мы крайне заинтересованы в скорейшем, в скорейшей всеобщей вакцинации населения для того, чтобы по показаниям уже санэпидемиологической службы мы могли бы попросить увеличить количество посещаемости. Это особенно важно. На мой взгляд, этот законопроект предложенный направлен не на ограничительные меры, а на социальные меры стимуляции населения к всеобщей вакцинации. Я призываю просто всех своих коллег и, в частности, зрителей, которые являются любителями театрального, филармонического искусства, посещают библиотеки и взаимодействуют с отраслью культуры, развивая свои нравственные, духовные качества, все-таки вакцинироваться для того, чтобы мы могли скорее в полную мощность запустить работу всех государственных муниципальных учреждений в отрасли культуры.